Раз, два, три. Всем привет! Меня зовут Андрей, и вы находитесь на моем канале. Да. И сегодня мы... Чем мы сегодня занимаемся? Мы сегодня шьем... Точнее, не шьем, а подготавливаемся к лету. Лето уже на носу. У нас, как обычно, из шубы в шорты. Вот, собственно говоря, шортами мы и займемся. Жена мне принесла старые джинники. Они уже, так сказать... Ей не нравятся как джинники, а вот как шортики она бы еще потаскала сезончик, а может быть даже два. И я, в общем, решил сделать два типа шортиков. Так. Одни шортики у меня будут с обработанным срезом, а одни будут с необработанным срезом. Вот, собственно говоря, вам единственное, что нужно определиться с длиной изделия, длиной шортиков, чтобы хотите, чтобы они прикрывали вашу задницу, хотите, чтобы не прикрывали. Это, в общем, уже такое дело. Дальше вам нужно, после того, как вы определились с вашей длиной, нарисовать линию отреза. Причем самое хитрое, что эта линия не должна быть ровная, она должна быть полукруглая, вот как у меня. И потом берете и, собственно говоря, режете. Сначала режете одни шортики, потом режете другие шортики. Так, что у нас дальше? После того, как мы отрезали, мы садимся за машину. Нас же шальнее с обработанным концом, правильно? Правильно. Вот, после того, как этот конец мы... Да, в общем, нам их надо обработать. Мы срезаем все там лишнее, что у нас кончики, чтобы все везде были плавные переходы. И, в общем, на 1,1 сантиметр подгибаем и быстренько-быстренько строчим по кругу. Вот. Когда у нас могут возникнуть такие проблемы, как толщина шва, толщину швов мы решаем брать очень таким простым способом. Берем молоток и просто забиваем их молотком, эти швы, делаем их меньше. И все счастливы и довольны. Машинка прошла. Закрепочки поставили. В общем, переходим к влажно-тепловой обработке. Берем обычный утюг и этим утюгом просто утюжим эти швы, отпариваем швы, чтобы они были красивенькими. Потом, для наглядного примера, я беру свою девушку любимую, Машку, ее снимаю с постамента и, в общем, как видно вам, я больше привык девушек раздевать, чем одевать. Но, поигравшись немного с манекеном и с одеванием этих шортиков, в общем, вот конечный результат. Всем спасибо за просмотры, Ну, в общем, я сейчас буду стараться ролики выкладывать примерно в таком вот формате. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Смотрите дальше мои ролики. Всем спасибо, всем пока.